еще одна попыточка. Сейчас попробуем сразу отскочить куда-нибудь подальше и растягивать их. Ракет, конечно, не упускает, просто жесть. Внимание, внимание, ракета. Внимание, 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 ракета, внимание, ракета. Так. Внимание, внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Просто жесть тут творится какая. Внимание, внимание, внимание. Опа. Сначала сюда прыгаем. Внимание, 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 внимание. У меня корабль только походу ракеты сбивает, он даже корабли другие не трогает. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Так, сейчас они все на меня попрутся. Внимание, ракета. Очень быстро они как-то, внимание, я вам скажу. Ракет. Внимание, рак... внимание, ракета. Я, конечно, все понимаю. Внимание, тут ксенонское ракета. Ядро. Тыры-пыры-растопыры. Внимание, рак... внимание, ракета. Они стараются прям притык ко мне прыгнуть. И на себе. Очень много мелочи. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Это, друзья мои, сканер С6. Вы понимали. Ракета Ураган. Самоуничтожился. Внимание, ракета. Внимание, ракет. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Все мелочи все перегасим, будет в порядке все. Внимание, ракета. Видите, как они припрыгивают? Это или подкрепление, или что, я вообще понять не могу. Или они со всех секторов просто собираются в одном на защиту. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Друзья мои, внимание, это новые ракета. Корабли. Внимание, ракета. И мне начинает казаться, то, что это вот большие внимание, авианосцы ракета. Начинают выпускать свои мелкие. Внимание, внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, внимание, ракета. Так, ну потихонечку я их тут выгребаю, внимание, конечно. Ракета. Внимание, внимание, ракета. Внимание, да не потихонечку, их тут адово крошу. Внимание, ой, то к тому же ужасно адово. Внимание, ракета. Внимание, внимание, ракета. Внимание, 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 ракета. Я с хаком еще не воевал. Ракета. Вот смотрите, как я их выношу. Внимание, ракета. Прыжковый двигатель заряжен на 10%. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Вот. Внимание, это просто, блин, ракета. Какой-то звездец. Давайте-ка так попробуем. Внимание, ракета. По идее, должно все получиться хорошо. Так, стопы. Внимание, ракета. Внимание, ракета.
Ну, откуда они там попрутся-то хоть? Внимание, ракета. Надо, наверное, развернуться к ним, что ли. Внимание, ракета. Сейчас я прицел возьму. Внимание, ракета. И побежали блошки на меня. Жесть, тут корабли. А мод обещал, мы починили респаун. Ого. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Починили они, починили. Внимание, как же. Ракета. Берешь, блин, спотыкаюсь. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Так, ну я хотя бы себе, кстати говоря, сейчас тыл прикрою астероидом. Правда, чувствую, этот астероид долго не проживет. Его сживут раньше. Внимание, ракета. Я чувствую, тут ракетами так сейчас забиндит. Я на таком расстоянии, а что надеюсь? Здесь, по идее, сделано так, что их ограничены ракетами. Должно быть, по крайней мере. Как на самом деле, я не знаю. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Так вот, между астероидов встанем. У них внимание, вот что плохо, ракета. Вроде здесь есть невидимый астероид. Это, блин, будет обидно. Хотя у меня там сколько их. Да, кстати говоря, вообще мне не понравилось. Внимание, ракета. Меня вроде сбило все мое сканирование. Да, вот, пожалуйста, у меня сбилось все сканирование. Внимание, ракета. То есть я, помните, все астероиды здесь сканировал, почему-то сбилось. Без понятия. Внимание, ладно, я потом сделаю какого-нибудь разведчика, да отправлю на сканирование. Где там мои любимчики летят? А, летят такой толпой, что дальше ехать аж некуда. Так, ракета, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Ксено. Внимание, ракета. Погоди, я так не могу ракеты, что ли, запустить? Внимание, ракета. А, понятно, все. Внимание, ракета. Тяжелая торпеда «Молот». Само. Внимание, ракета. Они меня еще и торпедоносят, ёшкин ты матрёшка. Внимание, ракета. Есть. Ксенонский. Н. Ксенон. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Что это вокруг меня? Внимание, ракета. Пролетело. Боеголовка дистанционным управлением, да ёшкин ты матрёшкин. Ксенон. Да, слушайте, меня так еще нигде не встречали. Ракета. Ксенонский. Н. Внимание, ракет. Внимание, ракета. Ксенонский. Внимание, ракета. Ну, попробую, внимание, конечно, ракета. Повыпендриваться. Внимание, ракета. Ксенонская. Внимание, ракета. Нет, это все полезно. Ксенонка. Хрен его знает. Парочку ракет пусть. Ксенонский. Кью. Внимание, ракета. Ксенон. Ксенонский. 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 М. Ксенонский. Боеголовка с дистанционным управлением. Внимание, ракета. Ксенонский. Кью. Ксенонский. Н. Паникенки. Верх ксенонов. Ксенонский. Кью. Да, чувствую, мне здесь будет весело. Ксенонский. Эль. Эй.
Ну, я их растянул, вот это вот самое главное. Как мне это поможет, вопрос другой. Они даже все не отображаются из-за своего количества безумного. Ксенонский. Эль-Эй. Цель в зоне поражения. Да я стреляю. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Я не понимаю, что происходит, но ладно. Внимание, ракета. Будем наблюдать вот таким вот образом. Ракета. Не, ну это жесть какая-то. Внимание, абсолютная. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, так, ракета. Одного убили. Внимание, отлично. Внимание, слушайте, ракета. Неплохо идут, ребятки, неплохо. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Так, слушайте, постепенно, смотрите, внимание, как хорошо счищаем. Внимание, внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, вроде идут ракета. Хорошо-то, смотрите, как. Внимание, ракета. Внимание, 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 ракета. Внимание, ракета. Не, неплохо, неплохо идем, друзья. Если таким растяжением будем их выводить постепенно, я думаю, справимся со всем. Но их очень становится много, еще больше даже. Это проблемка. Так, ну эти там далеко, это хорошо. Оу-оу-оу. Блин уж, блин. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Конечно, меня извините, но... Внимание, ракета. Половину щитов они мне срезали довольно быстро. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Попробуй-ка я кое-что другое. Внимание, внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, внимание, ракета. Отлично. Внимание, 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 ракета. Внимание, ракета. Ага. Внимание, 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 ракета. Слушайте, я их крошу так более-менее нормально, пока они меня не окружать начинают. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Собственно, если так посудить, то они меня ракетами хорошо задолбывают. Внимание, ракета. Знатно я тут кошмар натусил уже. Блять, жесть. Внимание, ракета. Только сколько здесь можно посчитать, уже убито, наверное, 40 я убил. Внимание, ракета. Да уж. Так, надо развернуться тогда к ним. Флагманской, блин, стороной. Лазерная башня. Чего? Внимание, ракета. Не, ну здесь, конечно... Нет, кстати говоря, FPS немного выравнивается уже.
Был десятка, пятерка, теперь уже 16-20. Ну, из-за мелких кораблей вся, походу, проблема. Но они очень скоростные. Да, придется, чувствую, несколько заходов здесь горцеваться с ними. Так глупо. Сколько здесь кораблей? 500-600? А, кстати, я могу кое-что тут схалтурить же. Автопилот. Внимание, ракета. Командная консоль, пользовательские. Меню читера. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Так, сейчас посмотрим. Разрушение сектора. И... Да не так и много кораблей, вам скажу. Внимание, внимание, 261 всего корабль написано. Что-то, знаете, как-то не верится. Но, возможно, было, да, под 300. Я просто уже много погасил. Но все ж таки. Злобный такой флотик. Внимание, ракета. Понятно, правда, почему он так... Не, ну тут респится все по стандарту, как и должно. Ксенонский Н. Вроде тоже такая более-менее приемлемая. Внимание, ракета. Ксенонский М. Ксенонский М. Но они скоростные и вертлявые. А, погоди-ка. Я вот не помню, про хакские корабли еще во второй части говорили, то, что они могут остановиться на месте. Буквально с места, короче, вниз вверх летать. Или про хакские. Ой, про хакские или ксенонские. Просто какие-то виды кораблей мелкие были. Очень довольно-таки быстрые. Видите, этого сбило, этого сбили. Постепенно сбиваем их. Нет, ну здесь я точно не справлюсь. Это вы меня простите, но нет. Внимание, ракета. Так, чисто ради... Внимание, ракета. Так, ну я смотрю, у них ракетный запал уже кончается постепенно, да? Внимание, ракета. Ксенонский. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Это я так по приколу запустил. Ксенонский. Z. Так, ну ФПС постепенно выравнивается, я уже начинаю эти корабли довольно быстро выгашивать. Это хорошо. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Ну, я не скажу, что такой шибко красивый кораблик. Долетался. Внимание, ракета. Да, из-за этой тряски нифига не понятно. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Так, вон вверху летает, давай убивай его быстро. Не, ну слушайте, они быстро идут. Я думал, тут будет намного все хуже. Значит, внимание, хуже мне ракета. Было из самого первого раза, да? Да. Самый первый раз был самый тяжелый, по сути. Блин, а там по нам выпадало, конечно, посылочек. Внимание, внимание, ракета. Не, ну я быстро скрашиваю, вот это вот хорошо. Внимание, ракета. Готов один, внимание, сейчас второго прибьют. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Еще один готов.
Внимание, ракета. Воу-воу-воу-воу-воу. Зенонский, 7. Он тут как оказался? Слышь, ты бразомордый совсем, что ли, страх потерял? Мри. Как-то я его прошляпил, слушайте. Внимание, ракета. Хорошо, хоть успел. Внимание, ракета. С ксенонами больших проблем нету. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Че, мелочь, когда выгасим, будет уже все гораздо проще. Боеголовка с дистанционным управлением. Самоуничтожь. Внимание, ракета. Внимание, ракета. А не успел. Внимание. Энергия на исходе. Это вот внимание, плохо уже. Ракета. Ксенонский. Эль. Ну, их постепенно неплохо, но плотность огня, конечно. Блин, да хоть запас 10%. Тут 25 надо запас. Ракета. Внимание, ракета. Ксенонский. Эль. Внимание, внимание, ракета. Внимание, ракета. О, внимание, пошли ракета. Попадения уже. Хорошо, давай, давай, давай. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, так, еще ракета. Один М3, еще ракета. Один М5, отлично. Держимся пока. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Нет, надо больше М3-тик сбивать. Внимание, ракета. До них очень много геморроя. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Не слишком хорошо фокусят огонь, зараза. Сейчас внимание, еще одного, ракета. Второго уработали, отлично. Внимание. Внимание, ракета. Внимание. Внимание. Надо ракета. Как можно больше М3-шку работать. М3, я смотрю, сильный, грозный противник у них. Внимание, ракета. Внимание. Внимание. Так, пора. Зараза, чуть-чуть не хватило. Ах. Долбаные М3-шки, блин, из-за них вообще так лагает, что нифига не понятно. Так, уже FPS 22, ракета. Даже больше. Повышается потихоньку. Повышаем FPS, ядрить налево. Это капец. Ни хрена там этих истребителей у них. Внимание, ракета. ЛАшки еще есть, ёшкан-то. Сколько они башен-то повыбрасывали лазерных. Внимание, ракета. Молодцы, и что могу сказать. Умеют ребятки воевать.
Внимание, о, даже один брошенный кораблик оставили. Да, брошенная элька. Так, что у меня там с этими? Внимание, ракета. Слушайте, я либо туплю, либо они только увеличиваются в числе. Я что-то как-то не осознаю юмора. Внимание, ракета. Да, тут у каждого авианосца, смотрю, есть корабли. Внимание, ракета. А, ёшкин ты кот, так у них еще там пристыкованных целая пачка. Это, короче, на веселуху такую, что... Внимание, ракета. Так, это как-то немножко осложняет проблемку. Раз так в сто. Внимание, ракета. У них полностью забитые авианосцы. Оху-ху-ху-ху-ху-ху. Это, блин, как-то жестко. И на верфи, наверное, полно авианосцев. Ой, этих кораблей нет. И вообще пустые. Что здесь я вижу, это одно. Тут еще порядка. Сколько оно там авианосцев? Внимание, ракета. Там еще у них зоопашники 50. 40, 90. 95 это фигня. Внимание, этот уже ракета. Всех выпустил. Это тоже. А, ну еще порядка 100 истребителей. Не так и много. Внимание, не фатально. Ракета. Внимание, ракета. Корабль нужен явно там посильнее. Так, Танин у меня появился, внимание, да? Со среднего яйца, если я не ошибаюсь. Внимание, ракета. Вороницкие пилоты из группы дальней разведки недавно обнаружили... Внимание, ракета. Внимание, Танин, Танин, ракета. Танин. Внимание, что ракета. У меня больших яиц у меня внимание, все. Внимание, ракета. Больших яиц у меня пока мало. Внимание, ракета. Команда принята. Так, что у меня там? Летят, ко мне летят, малыши. Давайте-ка сразу их возьмем, прицельчик. Ксенонский, Н. ФПС уже гораздо выросло, это вы можете даже на записи обратить внимание. Да, из-за мелочи. Из-за мелочи очень лагает. Я вообще в свое время видел тест, там М3-шки были, правда, вот там сколько, 500 штук было. Ну, я не скажу, что там сильно лагало. Там было где-то стабильно 14-15 FPS. А вот нагрузка системы, это, знаете, это плач хоть. Система вообще не нагружается никак. Внимание, ракета. Я даже не знаю, что лучше, перегрузка системы или вообще не дезагрузка с лагами. Хотя, о чем тут говорить? Давайте возьмем 7 Days. Внимание, лаги ракета. При полной загрузке, внимание, при минимальной загрузке. Вообще, короче, херня игра. Ну, как сказать, игра. Игра-то хорошая. Внимание, но вот оптимизация. Ракета. И некоторые писали. Когда я оптимизирую, тогда и поиграю. Ну да. Возможно, когда-нибудь оптимизируют. Я в это вряд ли внимание, поверю. Ракета. Хотя, может, к выходу этому видео ее оптимизируют. Случится чудо. У меня отрастет грудь ракета. Третьего размера. Внимание, я выйду замуж за миллиардера. Ну ладно. Как говорится, проехали. Это уже бредятина. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Ксенонский. Эль, эй. Внимание, ракета. А вдруг получится. Внимание, ракета. Да ладно. Не ожидал. Получилось. Внимание, ракета. Внимание, так, ну ракета. Этого не сбреет, это не проблема. Ракета. Да, конечно, тебе надо меня подолбить внимание, в одно ракета. Место. Так, это Эла была, да? Внимание, ракета. Внимание, ракета. Цель активируется.
Ксенонская станция. Ксенонский. Внимание, ракета. С Аль-Ашками придется попарить голову себе. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Я очевидно могу сказать. Ксенонский. Н. Ксенонский. Л. Эй. Внимание, ракета. Ксенонский. М. Это интересно. О, как хорошо пошло-то. Кстати, а термиракетными миллионниками, может, и получится что-то. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Ксенонский. М. Ну-ка, давай посмотрим. Они по миллиону ДПС наносят, а просто внимание, у них еще по площади урон есть. Вот это вообще хорошо. Ксенонский. Я в свое время получилось так, что когда нарываешься, отлично, нарываешься на большой корабль и успеваешь по нему там две штучки запулить, он выпускает как раз всех истребителей. Очень было прикольно, когда срывались абсолютно все корабли вокруг него. Но этот я тогда ставил с повреждением от корабля. Ну, короче, большой корабль, когда взрывается, рядом стоящие корабли тоже повреждались. Но я говорю, это слишком читерное. Это вы берете, к примеру, прыжок, самую гущу, сбиваете один корабль и упрыгиваете нафиг. Вы остаетесь, как правило, живых, а вся мелочь, все остальное, оно погибает. Ну, зачастую игра крашится. Таких вот выходок, поэтому я не стал ставить. Я знаю, чего от себя ждать. Ксенонский. Л. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Хотят они ко мне медленно, но уверенно. Внимание, ракета. Что-то их ни хрена не меньше становится. Их только больше, походу. Да вы что, прикалываете? Вы серьезно? Да, их нет, их больше стало раза в два. Внимание, да вы чего? Их только больше становится. Внимание, я думал, хаки это бич вселенной. Угу, здрасте. Внимание, походу нет. Ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, бабла я на них, конечно, насобираю хорошо. Ксенонский Л. Походу, внимание, ракета попала ракета. Куда надо. Ксенонский Л. Внимание, ракета. Ксенонский. Внимание, ракета. Ксенонский. Джи. Ксенонский. Ксенонский. Эй. Внимание, ракета. Ксенонский. Внимание, ракета. Цель отсутствует. Прям в гущу событий. Ну хоть что-то получается. Ракеты дорогущие, по большей части в оригинальной игре, ну, при оригинальном старте, вряд ли вы сможете. Не, ну как сказать. Вообще-то, я посмотрел по тому, как люди играют, развиваются. Внимание, не знаю, что-то как-то они медленно там развиваются. Я там до 500 внимание, миллионов доходил только. Нифиг нафиг. Чего сложного я тут не видел. Просто скупал себе батарейки по 16, ракета. Потом продавал их по 32. Сначала, да, тяжело. Внимание, внимание, ракета. Ксенонский. М. О, внимание, смотрите, как внимание, хорошо зачищают они. Внимание, ракета. Внимание, внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Ксенонск. Внимание, 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 ракет. Внимание, ракета. Что это сейчас было? Я вот что-то юмора не понял. Извините, пожалуйста, повторить можно? Вот долбанный авианосец. Погоди, ты же не авианосец. Внимание, ракета. Это Куикс. Не так умеют, что ли? Внимание.
Внимание, ракета. Внимание, ракета. Да уж. Внимание, ракета. Цель в зоне поражения. Внимание, ракета. Ага. Я понял вашу хитрость. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Не прокатит. Такую ловку я уже видел. Да, это улучшенные, походу, играет роль. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Так, а сейчас срежем, но он не один. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Ой, да слушай, иди ты лесом, а. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Ксенонский. Кью. Внимание, ракета. Цель в зоне поражения. Внимание, ракета. Ксенонский. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Да, иду вдвоем атаковать. Кью. Это и улучшенный. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Это, друзья мои, улучшенные. Внимание, ракета. Я не помню, что кого-то она. Хотя, ну, ни у кого на записях, как я не видел нормальных боев. Может, не то и смотрю. Внимание, внимание, ракета. Внимание, ракета. Не выйдет, прощай. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Ксенонский. М. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Ксенонский. Эй, эй. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Так, внимание, теперь ракета. Мне бы отпрыгнуть по-скорому. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Да-нибудь желательно. Цель в зоне поражения. Он прыжков подойдет. Внимание, ракета. Сейчас меня в кольцо возьмут, это 100%. Внимание, ракета. Внимание, так, ракета. Отлично. С этого кошмара внимание, я пока выбрался. Ракета. О, 28. О, 30 FPS даже. Ничего, FPS починим. Внимание, о, блин, жесткий сектор, спина мокрая. Редко так напряженно воюешь, но прикольно. Эх, внимание, вылупился ракета. Бы у меня линкор, вот это я был бы, блин, счастлив. Я бы всю толпу внимание, раскочегарил как нефиг нафиг. Ну вот пока только внимание, такая ракета. Хренотень не вылупляется. Неплохие корабли, но, блин, это не то, что я ожидал. Внимание, ракета. Хотя будем надеяться. Этот корабль чрезвычайно опасен. Не рекомендую. Внимание, ракета. Так, ладно, авианосец на фигне пока пусть страдает. А мы здесь и пока пострадаем. Внимание, ракета.
Внимание, ракета. Ксенонский. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Пять, что ли? Цель в зоне. Внимание, ракета. Ксенонский. Внимание, ракета. Ход еще один выпустил истребители, авианосец. А, пока всех этих блох не завалишь, нифига у тебя не будет счастья. Ксенонский. Н. Ксенонский. Кей. Ксенонский. Н. А, нет, только не дроны. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Ксенон. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Внимание, ракета. Ксенонский. М. Внимание, ракета. Да уж, довольно круто.